В России начали продавать новый Mitsubishi Outlander, четвертого поколения. Кроссовер японской сборки из Объединенных Арабских Эмиратов. Автомобиль оснащен 2,5-литровым 181-сильным бензиновым двигателем, агрегатированным с беступенчатым вариатором и полным приводом. Комплектация арабского Outlander подстроена под жаркий климат, но тем не менее, в ней есть все необходимое для комфортной эксплуатации в России. Двухзонный климат-контроль. Третий ряд сидений, панорамная крыша. Мультимедиа с тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и много другое. Напомним, со сменой поколения Mitsubishi Outlander перешел на модульную платформу от альянса Renault-Nissan. Благодаря заметно подросшим габаритам, кроссовер по умолчанию стал семиместным, а также получил оригинальный дизайн экстерьера и интерьера. В России его хотели выпускать на заводе в Калужской области, но теперь площадка простаивает, и появление модели в официальной российской линейке Nissan оказалось под вопросом. Оценили Mitsubishi Outlander в 3 850 000 рублей. В эту сумму уже входит доставка, растаможка и расходы на оформление всех документов, необходимых для регистрации.